Привет, друзья! Перед вами 20 копеек, 1912 год, Санкт-Петербург, Минцмейстер Эликум Бабаянс, монета периода Николая II. Слева вдоль края монеты лавровая ветвь, справа дубовая. Внизу ветви соединяются и перевязаны лентой. В середине вверху корона Российской империи. Под ней обрамленный слева и справа звездочками номинал монеты цифра 20. Ниже слово «копеек». Под ним две направленные в разные стороны фигурные черты и ниже год выпуска монеты 1912. Под ним обозначение монетного двора СПБ, что означает «Санкт-Петербург». Что касается гурта монеты, то гурт здесь ребристый, как видите. С обратной стороны у нас малый государственный герб Российской империи. Внизу вдоль края монеты, слева и справа от хвоста орла, инициалы Минцмейстера ЭБ, то есть Эликум Бабаянс. Монета в серебре 500-й пробы, диаметр 22 мм, вес монеты составляет 3,6 грамма, что означает, что вес чистого серебра здесь 1,8 грамма. Монета выпущена тиражом 15 миллионов, 8 экземпляров. Почему именно так, непонятно, почему не круглое число. Ну, так получилось, наверное. Монета в очень хорошем состоянии. Что касается цены монеты, то на аукционе Виолити она продавалась минимум за 50 гривен, максимум за 500 гривен в состоянии UNC. В рублях это около 132 рубля минимум и 1329 рублей за состояние UNC. Конечно, в пруфе монета может быть еще дороже. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Лайкайте. Всем пока.